Римат Бхагаватам. Песень 4, глава 18. Притху Махараджа доит землю. Текст 1. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой ведура, к тому времени, когда земля закончила возносить молитвы, царь Притху все еще не успокоился, и губы у него дрожали от гнева. Чтобы умилостивить царя, земля, превозмогая страх, овладела собой и заговорила вновь. Песень 4, глава 18, текст 2. О мой Господь, прошу Тебя, обуздай свой гнев и терпеливо выслушай все, что я сейчас скажу. Пожалуйста, не пренебрегай моими словами. Пусть я всего лишь презренная женщина, но разумный человек подобен пчеле, которая собирает нектар с каждого цветка и потому готов воспринять знания из любого источника. Песнь 4, глава 18, текст 3. Заботясь о людях, великие мудрецы и пророки указали пути, идя по которым можно обрести счастье и благополучие как в этой жизни, так и в следующей. Комментарий. Ведическая цивилизация основана на совершенном знании, подчеркнутом из вет и поведанном людям великими мудрецами и брахманами. Наставление вет называют шрути, а дополнительные произведения, разрабатывающие тему вет и написанные великими мудрецами, именуют Смрити. Последние полностью соответствуют принципам вет. Людям не следует пренебрегать предписаниями Шрути и Смрити. Каждый, кто хочет достичь успеха в духовной жизни, должен строго следовать всем наставлениям и принципам священных писаний. В Пхакте Расамрита Синдху Шрила Рупа говорит, что человек, который мнит себя великим авторитетом в духовных вопросах, но при этом не опирается на принципы Шрути и Смрити, приносит окружающим одни беспокойства. Принципами Шрути и Смрити следует руководствоваться не только в духовной, но и в материальной жизни. Что же касается всего человеческого общества, то его жизнь тоже должна строиться в соответствии с Ману Смрити, так как в этом произведении собраны законы, которые оставил людям Ману, прародитель человечества. В Ману Смрити сказано, что женщине никогда не следует давать свободу. Сначала она должна находиться под опекой отца, затем мужа, а в конце жизни о ней должны заботиться и ее взрослые сыновья. Женщина всегда должна находиться под чьей-либо опекой. Современные женщины пользуются такой же свободой, как и мужчины, но фактически мы видим, что эти эмансипированные женщины не стали счастливее тех, которые находятся под опекой мужчин. Если люди будут следовать наставлениям великих мудрецов Шрути и Смрити, они смогут обрести счастье не только в этой жизни, но и в следующей. К сожалению, мошенники и негодеи пытаются проложить свои собственные пути к счастью. Каждый стремится идти к счастью своим путем. В результате человечество перестало придерживаться принципов и традиций, в соответствии с которыми должна строиться как духовная, так и материальная жизнь людей и избитые с толку люди лишились мира и счастья. Пытаясь разрешить стоящие перед человеческим обществом проблемы, люди создали Организацию Объединенных Наций, но все проблемы так и остались нерешенными. Люди в современном обществе несчастны, поскольку не желают следовать наставлениям вед, в которых указан путь, ведущий к освобождению. В этом стихе особенно важными являются слова ⁇ Асмин ⁇ и ⁇ Амушмин ⁇ Асмин значит в этой жизни, а ⁇ Амушмин ⁇ в следующей. К сожалению, в наше время даже маститые профессора и ученые не верят в существование следующей жизни и считают, что со смертью тела всему приходит конец. Могут ли эти глупцы и негодеи дать людям сколь-нибудь ценный совет? но, несмотря на это, их считают великими учеными и учителями человечества. Употребленное здесь слово «амушмин» не допускает никаких иных толкований. Оно со всей определенностью указывает на то, что каждый человек в этой жизни должен действовать так, чтобы обеспечить себе достойное существование в следующей. Как школьник или студент сидит за учебниками, чтобы получить образование и обеспечить себе безбедное будущее, так и каждый из нас должен стремиться получить знания в этой жизни, чтобы после смерти обрести вечное благо. Поэтому, чтобы достичь цели человеческой жизни, люди должны следовать наставлениям Шрути и Смрити. Песнь 4, глава 18, текст 4. Тот, кто следует заповедям и наставлениям великих мудрецов прошлого, может применить их на практике и достичь всех целей, которые он перед собой поставил. Такой человек очень легко добивается успеха в жизни и наслаждается безоблачным счастьем. Комментарий. Веды призывают нас следовать по стопам великих освобожденных душ. Махаджано и Нагатах сапанха. Точно так же можно обрести благо в этой жизни и в следующей, и улучшить свое материальное положение. Только так можно обрести благо в этой жизни и в следующей, и улучшить свое материальное положение. Следуя принципам, установленным великими мудрецами и святыми прошлого, мы и без труда поймем, в чем заключается цель человеческой жизни. Особого внимания в этом стихе заслуживают слово «аварах», что значит «неопытный». Это определение предложимо к любой обусловленной душе. Каждый из нас – Абудха Аджата, глупец и негодяй от рождения. Тем не менее, в современных демократических правительствах решающее слово принадлежит именно таким глупцам и негодяям. Но что они могут сделать? Какой толк от созданных ими законов? Сегодня они издают закон, чтобы на завтра, не задумываясь, отменить его. Сначала одна политическая партия использует страну в своих интересах, а затем другая партия, пришедшая ей на смену, формирует новое правительство и аннулирует все принятые до того законы и постановления. Этот бесконечный процесс жевания уже пережеванного, пунах-пунаш чарвита чарвананам, не может принести людям счастья. Чтобы человечество обрело счастье, люди должны следовать принципам, установленным теми, кто освободился из материального плена. Песнь 4, глава 18, текст 5. И наоборот, глупый человек, который полагается только на собственные домыслы и не признает авторитета мудрецов, давших миру безупречные наставления, на каждом шагу терпит поражение и неудачи. Комментарий. Ныне стало модным пренебрегать безупречными наставлениями великих очарьев прошлого и других освобожденных душ. Современные люди пали так низко, что не способны отличить освобожденную душу от обусловленной. Любому обусловленному живому существу присущи четыре изъяна. Ему свойственно ошибаться, оно то и дело впадает в иллюзию, склонно обманывать других – и, кроме того, обладает несовершенными чувствами. Вот почему люди должны следовать наставлениям освобожденных душ. Все члены движения сознания Кришны действуют в соответствии с указаниями Верховного Господа, полученными через тех, кто неукоснительно следует всем его наставлениям. Пусть ученик сам не является освобожденной душой. Но если он строго следует указаниям Верховного Господа, который обладает абсолютной свободой, то все его действия сразу же освобождаются от налета материальной скверны. Поэтому Господь Чайтани говорил, «Я приказываю тебе стать духовным учителем». Тот, кто обладает твердой верой в трансцендентные слова Верховного Господа и следует всем его наставлениям, сразу же становится духовным учителем. Материалисты не проявляют интереса к наставлениям освобожденных душ. Их интересуют только собственные измышления, которые подводят их на каждом шагу. И поскольку сейчас весь мир следует несовершенным наставлениям обусловленных душ, сбитое с толку человечество оказалось в тупике. Песнь 4, глава 18, текст 6. О царь! Все семена, корни, травы и злаки, некогда созданные Господом Брахмой, ныне находятся в распоряжении непреданных, лишенных духовного знания. Комментарий. Материальная вселенная была сотворена Господом Брахмой для бесчисленных живых существ, которые хотят находиться здесь, чтобы эксплуатировать материальную природу для удовлетворения собственных чувств. Вместе с тем, по замыслу Всевышнего, они должны получить от Господа Брахмы указания в форме вет, которые позволили бы им в конце концов покинуть материальный мир и вернуться домой к Богу. Все, что дарит человеку земля – фрукты, цветы, деревья, злаки, животные и продукты жизнедеятельности животных – было создано только для того, чтобы люди приносили это в жертву Верховной Личности Бога Вишну ради его удовлетворения. Тем не менее, из слов земли, представшей перед царем в облике коровы, явствует, что все эти богатства со временем оказались в руках непреданных, которых не интересуют духовные вопросы. Земля обладает практически неограниченными возможностями и может производить сколько угодно зерна, фруктов и цветов. Но когда она видит, что ее дарами распоряжаются материалисты, не ставящие перед собой духовных целей, она прекращает снабжать их продуктами питания. Все сущее принадлежит Верховному Господу, поэтому все должно использоваться для его удовлетворения. Живые существа не имеют права использовать что бы то ни было для удовлетворения собственных чувств. Следовательно, такая реакция материальной природы вполне естественна и отвечает тем целям, ради которых материальная природа сотворена. В этом стихе особенно важными являются слова «асадпхих» и открыто врата их. Слово «асадпхих» значит «непреданный». В Пхагавадгите Кришна называет непреданных душкритинах грешниками, мутхах – глупцами и негодяями, нарадхамах – самыми падшими из людей, а также майяя пахрита агьянах, или теми, чье знание украдено иллюзией. Все эти люди являются асад, то есть непреданными. Иногда их называют также греховрата, тогда как преданных именуют дхрита-врата, и веды созданы для того, чтобы помочь заблудшим душам, которые пришли в материальный мир в поисках чувственных удовольствий, стать дхритавратами. Это значит, что они должны дать обед удовлетворять свои чувства и наслаждаться материальной жизнью, только удовлетворяя чувства Верховного Господа. Деятельность, направленную на удовлетворение чувств Верховного Господа Кришны, называют Кришнартхи Чештах. Это означает, что человек может заниматься самой разнообразной деятельностью, но чем бы он ни занимался, он должен делать это ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. В Бхагавадгите такая деятельность названа Ягьяртхат Карма. Слово Ягья указывает на Господа Вишну мы должны трудиться только ради его удовлетворения. Но в нынешнюю эпоху, Кали-югу, люди забыли о Господе Вишну, поэтому вся их деятельность направлена только на удовлетворение собственных чувств. Такие люди обречены на постепенное обнищание, так как они не имеют права наслаждаться собственностью Верховного Господа. Если люди не свернут с этого пути, их ожидает нищета и голод потому что земля перестанет давать им злаки, фрукты и цветы. И действительно, в 12-й песне Пхагава там сказано, что в конце Кали-юги человечество настолько деградирует, что лишится риса, пшеницы, сахарного тростника и молока. Песень 4, глава 18, текст 7. Дорогой царь, Мало того, что производимые мной травы и злаки попали в руки материалистов, люди вообще перестали заботиться обо мне. Цари перестали исполнять свои обязанности и больше не наказывают этих негодеев, которые превратились в воров и используют злаки для удовлетворения собственных чувств. Поэтому я решила спрятать семена всех растений, предназначенные для совершения жертвоприношений. Комментарий. То, что происходило во времена Махараджи Притху и его отца, царя Вены, можно наблюдать и в наши дни. Люди создали огромные промышленные и сельскохозяйственные комплексы, которые производят огромное количество товаров и продуктов питания. Но все это предназначено только для того, чтобы люди могли удовлетворять свои чувства. Поэтому, несмотря на гигантские производственные мощности, в мире постоянно ощущается недостаток продовольствия. Причина этого в том, что весь мир наводнен ворами. Слово «чорепхуте» означает, что живущие на земле люди превратились в воров и грабителей. Согласно ведам, человек становится вором, когда начинает стремиться к материальному благополучию для того, чтобы удовлетворить свои чувства. В Бхагавадгите также говорится, что тот, кто принимает пищу, не предложив ее верховной личности Бога, Яге, никто иной, как вор, и подлежит наказанию. Согласно принципам духовного коммунизма, все на земле принадлежит Всевышнему, и люди имеют право пользоваться этими богатствами только после того, как принесут их в жертву верховной личности Бога. Все предложенное Господу становится просадом. Тот, кто не предлагает свою пищу Господу, несомненно является вором. Правители и цари обязаны наказывать таких воров и тем самым поддерживать в обществе мир и порядок. В противном случае Земля перестанет производить зерно, и люди попросту начнут голодать. Более того, им придется не только ограничивать себя в еде, они будут вынуждены убивать друг друга и питаться человеческим мясом. Уже сейчас они убивают животных, чтобы есть их плоть. Но в будущем, когда на земле не останется ни зерна, ни овощей, ни фруктов, люди будут убивать своих сыновей и отцов и питаться их мясом, чтобы не умереть с голоду. Песнь 4, глава 18, текст 8. Пролежав столько времени под землей, спрятанные мною семена злаков, несомненно, испортились. Поэтому ты должен как можно быстрее извлечь их из моих недр, воспользовавшись методом, который рекомендуют Ачарьи и Шастры. Комментарий. В случае недостатка зерна правительство обязано принять меры, рекомендованные Шастрами и одобренные Ачарьями. Это приведет к увеличению урожаев зерновых и предотвратит голод. Хагавадгита рекомендует людям совершать яги жертвоприношения. Благодаря яге в небе собирается достаточно туч, которые поливают землю обильными дождями. Это решает практически все проблемы сельского хозяйства. Когда в государстве достаточно зерна, то все люди сыты, а домашние животные, такие как коровы, козы и другие, питаются травой и излишками зерна. Таким образом, совершая предписанные в шастрах жертвоприношения, люди никогда не будут испытывать недостатка в пище. Единственное жертвоприношение, рекомендованное для кали юги это Санкертана-яги. В этом стихе особого внимания заслуживают слова йогина в соответствии с предписанным методом и дриштина, как указывают очарьи прошлого. Тот, кто думает, будто злаки вырастают благодаря использованию на полях современной техники, например, тракторов, глубоко заблуждается. Если он отправится со своим трактором в пустыню и вспашет ее, там все равно ничего не вырастет. Каким бы ухищрением не прибегали люди, им не следует забывать о том, что если они не будут совершать жертвоприношения, земля перестанет давать урожай как объяснила сама Земля, поскольку произведенными ею продуктами питания стали наслаждаться непреданные, она начала скрывать семена сельскохозяйственных культур, чтобы сохранить их для жертвоприношений. Разумеется, мы не рассчитываем на то, что атеисты поверят в описанный выше духовный метод выращивания зерновых. Однако, верят они в это или нет, факт остается фактом. Чтобы производить зерно, недостаточно одних сельскохозяйственных машин. Что же касается предписанного метода, то шастры утверждают, что в этот век все разумные люди, присоединившись к движению Санкиртаны, будут поклоняться Верховной Личности Бога Господу Чайтани, кожа которого золотистого цвета, и которого повсюду сопровождают ближайшие сподвижники, помогающие ему проповедовать сознание Кришны по всему миру. В нынешних условиях только движение сознания Кришны, движение Санкиртаны способно спасти человечество от гибели. Как было сказано в предыдущем стихе, человека, не обладающего сознанием Кришны, следует считать вором. Какого бы уровня материального благосостояния он не достиг, ему не удастся долго наслаждаться. Вор есть вор, и ему не миновать расплаты лишенные сознания Кришны, люди встали на путь воровства, поэтому законы материальной природы безжалостно наказывают их. Никакие благотворительные фонды и организации не облегчат их положение. Пока люди не примут сознание Кришны, они будут обречены на голод и нескончаемые страдания. Песнь 4, глава 18, тексты 9 и 10. О, великий герой, защитник всех живых существ! Если ты действительно хочешь облегчить участь своих подданных, обеспечив их достаточным количеством зерна, если хочешь напоить их моим молоком, вели привести сюда теленка, найди подходящий подойник и опытного дояра. Как только любовь к этому теленку проснется в моем сердце, ты сможешь получить от меня столько молока, сколько пожелаешь. Комментарий. Здесь дано объяснение того, как следует доить коров. Прежде всего, у коровы должен появиться теленок, и тогда из любви к теленку она сама добровольно будет давать достаточно молока. Кроме того, для этого необходим опытный дояр и подходящий подойник. Как корова не может давать молоко, если у нее нет теленка, которого она любит, так и земля, которая осталась без людей, обладающих сознанием Кришны, не способна произвести необходимое количество продуктов питания, так как ей не на кого обратить свою любовь. Даже если превращение земли в корову считать аллегорией, такое сравнение очень точно раскрывает существо дела. Как теленок питается молоком коровы, так и все живые существа, включая зверей, птиц, насекомых, Присмыкающихся и рыб могут получить все необходимое от Матери Земли, при условии, что среди людей не будет открыто врата или осад, о чем уже говорилось выше. Когда люди становятся осад или богоненавистниками, лишенными сознания Кришны, из-за них страдает весь мир. Если же люди ведут себя достойно, животные также не страдают от недостатка пищи и живут счастливо. Безбожники, забывшие о том, что долг человека оберегать животных и заботиться об их пропитании, вместо этого убивают их, чтобы как-то восполнить недостаток зерна. В результате на земле не осталось счастливых людей, и весь мир находится в плачевном состоянии. Песнь 4, глава 18, текст 11. Дорогой царь! Тебе надлежит также разровнять всю поверхность земного шара. Это поможет мне удержать влагу, даже когда сезон дождей кончится. Дожди идут по милости царя Индры, и если поверхность земного шара будет гладкой, почва сможет сохранить дождевую влагу. Таким образом будут созданы благоприятные условия для произрастания всевозможных злаков и овощей. Комментарий. Индра, царь райских планет, посылает на Землю дожди и мечет в нее молнии. Обычно молнии ударяют в вершины гор, чтобы разбить их на мелкие осколки. Эти осколки постепенно распределяются вокруг, и таким образом появляются новые участки, пригодные для земледелия. Злаки лучше всего растут на равнинах. Поэтому планета Земля обратилась к Махараджи Притху с просьбой разровнять ее поверхность, разрушив холмы и горы. Песень 4, глава 18, текст 12. Выслушав мудрые и учтивые речи Земли, царь во всем согласился с ней. Затем, обратив в теленка свою амбхову ману, он выдал из земли, принявший облик коровы, все травы и злаки и собрал их в пригоршню. Песнь 4, глава 18, текст 13. Те, кто не уступал Махараджи Притху по разуму, тоже сумели воспользоваться дарами земли. Поистине, каждый, кто последовал примеру царя Притху, получил от земли все, что хотел. Комментарий. Землю иногда называют Васундхара. Васу значит богатство, а Адхара – несущий. Все, что находится на поверхности и в недрах земли, создано для того, чтобы удовлетворять потребности человека, и все это можно извлечь из земли с помощью соответствующих методов. Согласно утверждению земли, с которым согласился и на основании которого действовал царь Притху, любые ее дары, добытые из недр, взятые из поверхности или извлеченные из атмосферы, должны считаться собственностью Верховной Личности Бога и использоваться для удовлетворения яги, Господа Вишна. Как только люди перестают совершать жертвоприношения, земля прекращает приносить им свои дары Цветы, овощи и плоды, другие сельскохозяйственные продукты, травы, деревья и минералы. Согласно Бхагавадгите, практика жертвоприношений была введена на заре творения. Регулярно совершая жертвоприношения, справедливо распределяя богатство и ограничивая себя в чувственных наслаждениях, люди обретут мир и благоденствие. Как уже было сказано, в Веккале жители каждого города и деревни Должны совершать санкертанаягью, устраивая фестивали, как это делают сейчас члены Международного общества осознания Кришны. Разумные люди должны собственным примером вдохновлять других на совершение санкертанаягьи. Это значит, что они должны жить в воздержании, отказавшись от недозволенных половых отношений, мясной пищи, азартных игр и употребления наркотиков и других одурманивающих средств. Если разумные люди, то есть брахманы, будут следовать этим предписаниям, современный мир, в котором царит хаос и анархия, несомненно, изменится к лучшему, и люди обретут долгожданное счастье и покой. Песнь 4, глава 18, текст 14. Обратив брехоспати в теленка, а чувство в сосуд для молока – великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Комментарий. Брихаспати является жрецом райских планет. Заботясь о благе человечества, великие мудрецы с помощью Брихаспати получили ведическое знание, приведенное в стройную систему, и передали его обитателям не только этой, но и других планет Вселенной. Иначе говоря, ведическое знание является одним из обязательных компонентов человеческой цивилизации. Если люди будут заботиться только об удовлетворении своих телесных потребностей, ограничив свою деятельность выращиванием зерна и эксплуатацией природных ресурсов, на Земле никогда не будет процветания. У людей должна быть также пища для ума и для слуха. Кроме того, они должны как-то удовлетворять свою потребность говорить. Трансцендентные звуки Махамантры представляют собой квинтэссенцию ведического знания. Поэтому, если в Кали-югу люди будут регулярно повторять и слушать Махамантру, Шраванам и кертанам, это очистит все сословия и классы общества, и люди смогут обрести как духовное, так и материальное счастье. Примечание к аудиокниге Махамантру читает его божественная милость от Свами с вами Прабхупада, ачарья основатель Международного общества сознания Кришны. Автор перевода и комментариев Шримад Бхагаватам. Песнь четвертая Глава 18, текст 15. Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и выдавили из земли нектарный напиток Сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. Комментарий. В этом стихе слово «сома» означает «нектар». Сома – это напиток, изготовляемый на всех райских планетах, начиная с Луны и вплоть до владений полубогов в высших планетных системах. Этот напиток придает полубогам остроту ума, освежает их чувства и делает их тела сильными и выносливыми. Слова Херан Майена Патрина указывают на то, что сома – это необычный спиртной напиток. Полубоги не притрагиваются к алкоголю. В то же время, сому нельзя назвать и лекарством. Это особый напиток, который доступен только на райских планетах. Он не имеет ничего общего со спиртными напитками, которые предназначены для демоничных людей, о чем будет сказано в следующем стихе. Песень 4, глава 18, текст 16. Воспользовавшись тем, что прохлада Махараджа родился в семье Асуров, сыновья, дети и демоны обратили его в теленка и выдали из земли всевозможные хмельные напитки, которые затем слили в сосуд, сделанный из железа. Комментарий. В отличие от полубогов, пьющих сома демоны утоляют жажду такими напитками, как вино или пиво. Эти напитки доставляют демонам, потомкам дети, огромное удовольствие. Даже в наши дни люди с демонической природой очень привязаны к экспертным напиткам. В этой связи имя Прохлады Махараджи приобретает особое значение. Поскольку Прохлада Махараджа, сын Хераника Кашипо, появился на свет в семье демонов, по его милости демоны получили возможность пить вино и пиво. Следует также обратить внимание на употребленное здесь слово «аях» – «железный». Нектар сома был собран в золотой сосуд, а вино и пиво собрали в сосуд, сделанный из железа. Вино и пиво, как напитки низшего сорта, были слиты в железный сосуд, а для сома расы, который во всех отношениях превосходит их, был приготовлен сосуд из золота. Песен 4, глава 18, текст 17. Обитатели Гандхарвалоки и Абсаралоки, превратив теленка в вишвавасу, собрали молоко в сосуд, сделанный из лотоса. Это молоко приняло форму сладкозвучных песен и красоты. ПЕСЕНЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ, ТЕКСТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ Благословенные обитатели Петрилоки, божества поминальных церемоний, обратили в теленка Арьяму, и, взяв сосуд из необожженной глины, с великой верой надоили в него кавью, пищу, которую предлагают предкам. КОММЕНТАРИЙ В Бхагавадгите 9.25 сказано Петрин Янти Петри Вратах. Словом Петри Вратах называют тех, кто заботится о благополучии членов своей семьи. Во Вселенной есть планета под названием Петрилока, который правит Арьяма. Он является своего рода полубогом, и умилостив его, можно помочь умершим родственникам, которые стали привидениями, вновь получить физическое тело. Очень греховные люди, чрезмерно привязанные к своей семье, дому, деревне или стране, после смерти не получают физического тела, состоящего из пяти материальных элементов, но остаются в тонком теле, которое состоит из ума, интеллекта и эго. Тех, кто живет в тонком теле, называют привидениями или призраками. Призраки ведут очень мучительное существование. Так как, обладая умом, интеллектом и эго, они жаждут материальных удовольствий, но из-за отсутствия грубого материального тела не могут удовлетворить свои желания, и, чтобы как-то выместить на других свою досаду, причиняют людям беспокойство. Поэтому родственники усопшего и, в особенности, сын, должны приносить жертву полубогу Арьяме или Господу Вишну. В Индии с незапамятных времен существует обычай, по которому сын умершего отправляется в Гаю, и там в храме Вишну приносит жертвы, чтобы помочь своему умершему отцу, ставшему призраком. Разумеется, это не значит, что после смерти все становятся призраками. Поминальная пинда приносится лотосным стопам Господа Вишну на тот случай, если кто-то из наших родственников стал привидением. Тогда принесенная пинда поможет ему получить грубое материальное тело. Однако тому, кто питается просадом Господа Вишну, не грозит опасность стать призраком или родиться в теле, принадлежащем к одному из низших видов жизни. Люди ведической цивилизации проводят поминальный обряд Шрадха, в ходе которого пища с любовью и преданностью предлагается Господу или одному из его представителей. Когда человек с любовью и преданностью кладет свою жертву к лотосным стопам Господа Вишну или приносит ее Арьяме, представителю Господа на Петрилоке, его прародители получают физические тела и вместе с ними возможность испытать заслуженные ими материальные наслаждения. Другими словами, они никогда не становятся призраками. Песнь 4, глава 18. Текст 19. Затем обитатели Сидхалоки вместе с обитателями Бидятхаралоки сделали теленком великого мудреца Капилу и, использовав в качестве подойника небо, выдавили из земли чудесные мистические способности, начиная с анимы. В результате жители Бидятхаралоки научились летать. Комментарий. Обитатели Сидхалоки и Бидятхаралоки от природы наделены мистическими способностями, которые дают им возможность не только подниматься в небо без помощи летательных аппаратов, но и одним усилием воли перемещаться с планеты на планету. Обитатели Бидятхаралоки чувствуют себя в воздушном океане, как рыбы в воде. Что же касается обитателей Сидхалоки, то они наделены всеми мистическими способностями. Жители этой планеты занимаются мистической йогой, состоящей из восьми ступеней, которые называются Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарана, Дхьяна и Самадхи. Пройдя одну за другой все эти ступени, йоги обретают различные мистические способности, которые позволяют им делаться мельче мельчайшего, тяжелее самого тяжелого и так далее. Они могут даже создавать целые планеты, добывать все, что пожелают, и подчинять любого своей воле. Все жители Сидхалоки от рождения наделены этими мистическими способностями. Если бы мы на нашей планете увидели человека, летящего по воздуху без помощи летательного аппарата, мы сочли бы это чудом. Но на виде Адхарлоки этому никто не удивляется как никто не удивляется при виде птицы, парящей в небе. Точно так же все обитатели Сидхалоки являются великими йогами, обладающими всеми мистическими способностями. Имя Капилы Муни упомянуто в этом стихе не случайно. Он разработал философию Санкхи, а его отец Кардама Муни был великим йогом и мистиком. В свое время Кардама Муни построил огромный воздушный корабль размером с небольшой город, где было множество прекрасных дворцов и садов со слугами и служанками. Окруженная этим великолепием, мать Капиладевы, Девахути вместе с его отцом Кардам Муни облетели всю Вселенную, побывав на различных планетах. Песнь 4, глава 18, текст 20. Обитатели планет, известных под названием Кимпуру-Шалоки, превратив в теленка демона Майю, выдали из Земли такие мистические силы, которые дают им обладателю возможность внезапно исчезать из поля зрения окружающих и появляться вновь, но уже в ином облике. Комментарий. Обитатели Кимпуру-Шалоки славятся своими мистическими способностями. Они могут творить такие чудеса, которые трудно даже представить. Обитатели этих планет способны делать все, что пожелают. Они могут исполнить любую свою прихоть. Такие способности также относятся к числу мистических. Обладание ими называется ишитой. Демоны, как правило, обретают мистические способности, занимаясь йогой. В Дашама Сканде, десятой песне Шримад Бхагаватам, рассказывается о том, как демоны появлялись перед Кришной, принимая всевозможные причудливые формы. Так Бакасура предстал перед Кришной и его друзьями-пастушками в облике гигантского журавля. Когда Кришна находился на земле, ему приходилось сражаться со многими демонами, которые обладали чудесными мистическими силами Кимпур Шалоки. В отличие от обитателей Кимпуры Шилоке, наделенных такими способностями от рождения, жители Земли развивают в себе эти мистические способности, практикуя различные виды йоги. Песнь 4 глава 18, текст 21. Затем Якши, Ракшасы, призраки и ведьмы, питающиеся плотью, обратили в теленка одно из воплощений Господа Шивы, Рудру хутанатху и выдали из земли различные напитки, сделанные из крови, заполнив ими сосуды в виде черепов. Комментарий. Среди человекоподобных существ встречаются такие, которые живут в грязи и не гнушаются самой омерзительной пищей. Их обычной едой является мясо, а излюбленным напитком – перебродившая кровь, названная в этом стихе Кшата Аджасовым. Во главе этих падших существ стоят Якши, Ракшасы, Бхуты и Пишачи. Все они пребывают в гуне невежества и находятся под властью Рудры. Рудра – это воплощение Господа Шивы, которое повелевает материальные гоны невежества. Господа Шива иногда называют Бхутанадхой, что значит «повелитель призраков». Рудра появился на свет из межбровья Брахмы, когда тот разгневался на четырех кумаров. Песнь 4, глава 18, текст 22. Вслед за тем, кобры и змеи без капюшонов, большие змеи, скорпионы и другие ядовитые твари надоели из земли яда и наполнили ими свои норы. В теленка они превратили такшаку. Комментарий. Материальный мир населен самыми разнообразными живыми существами, и скорпионы, а также многочисленные виды присмыкающихся, перечисленные в этом стихе, тоже получают все необходимое для жизни от верховной личности Бога. В конечном счете, Земля снабжает пищей все живые существа. В зависимости от того, под влиянием каких материальных гун находится то или иное живое существо, у него вырабатываются определенные качества. Паях Панам Пхуджанганам. Если змею кормить молоком, у нее только прибавится яда. Но если поить молоком одаренного человека, мудреца или святого, то в его мозгу разовьются тонкие ткани, благодаря чему он сможет постичь природу высшего духовного бытия. Итак, Господь заботится о пропитании каждого, но живое существо, определенным образом взаимодействуя с тремя гунами материальной природы, вырабатывает свои индивидуальные качества и характер. Песня 4, глава 18, тексты 23-24. Четвероногие животные, коровы и другие, обратили в теленка быка, носящего на своей спине Господа Шиву и выдавили из земли свежие зеленые травы, которыми они питаются. Подойником им служил лес. Хищные звери, тигры, превратили в теленка льва и получили в качестве молока свежую плоть. Птицам же, которые использовали в качестве теленка городу, земля дала молоко в виде движущихся живых существ, насекомых и неподвижных растений и трав. Комментарий. От Гаруды, который носит на своей спине Господа Вишну, произошло множество хищных птиц. Есть, например, вид птиц, которые питаются обезьянами. Для орла нет лучшей добычи, чем коза, хотя, конечно, многие птицы едят только фрукты и ягоды. Поэтому в данном стихе употреблено слово «чарам», которое указывает на движущихся живых существ, и «ачарам», указывающая на травы, фрукты и овощи. Песень 4, глава 18, текст 25. Обратив в теленка дерево баньян, деревья получили в качестве молока множество вкусных соков, а горы, сделав теленком Гималаи, выдавили в сосуд, созданный из их вершин, разнообразные минералы. Песень 4, глава 18, текст 26. Земля снабдила каждого той пищей, в которой он нуждался. Во времена Махараджа Притху земля беспрекословно подчинялась царю, поэтому все ее обитатели смогли полностью обеспечить себя пищей, создав различных телят и собрав соответствующие виды молока в подходящие сосуды. Комментарий. Все сказанное выше свидетельствует о том, что Господь снабжает пищей каждое живое существо. Подтверждение этому содержится в Ведах. Эко бахунам йо ведат каман. Хотя Господь один, Он удовлетворяет потребности каждого, используя ресурсы планеты Земли. На различных планетах Вселенной обитают разные виды живых существ, и все они живут за счет того, что планеты, на которых они обитают, обеспечивают их разнообразной пищей. Зная это, как можно согласиться с тем, что на Луне нет жизни? Каждая планета состоит из тех же пяти элементов, что и Земля, и производит разнообразные продукты питания в соответствии с нуждами ее обитателей. Ведические писания опровергают мнение ученых, которые считают, что Луна не производит никаких продуктов питания и что на ней нет жизни. Песень 4, глава 18, текст 27. Таким образом, о предводитель рода куру видура Все, кто нуждался в пище во главе с царем Притху, создав различных телят, надавили то, что им было необходимо для жизни. Так, в виде символического молока они получили нужные им продукты питания. Песень 4, глава 18 текст 28. Увидев, что земля обеспечила пищей все живые существа, царь Притху очень обрадовался, и в его сердце проснулась любовь к этой планете, как будто она была его родной дочери. Песень 4, глава 18, текст 29. После этого царь всех царей Махараджа Притху разгладил все неровности на поверхности Земли, разрушив своим могучим луком холмы и горы. По его милости, поверхность земного шара стала почти плоской. Комментарий Обычно горные районы и холмистые местности становятся плоскими от ударов молний, посылаемых небесным царем Индры. Однако Махараджа Притху, который был воплощением Верховной Личности Бога, не стал ждать, пока царь Индра разрушит холмы и горы, но сделал это сам с помощью своего могучего лука. Песень 4, глава 18, текст 30. Ко всем своим подданным царь Притху относился как родной отец. Все видели, что он, не жалея сил, стремится обеспечить всех своих подданных пищей и занять их трудом. Выровняв поверхность земли, он отвел каждому по его желанию место для жизни. Песнь 4, глава 18, текст 31. Таким образом, царь построил множество деревень, поселков, городов, крепостей, селений пастухов, загонов для скота – подготовил площадки для царских шатров, отвел места для рудников и копий и создал земледельческие и горные поселения. Песнь 4, глава 18, текст 32. До того, как царь Притху взошел на престол, никто не строил городов и деревень по определенному плану и не отводил землю под поля, пастбища и так далее. Застройка городов была стихийной, и каждый возводил себе жилище где и как хотел. Однако со времен царя Притху города и поселки стали строиться в соответствии с планом. Комментарий. Из этого стиха следует, что планирование в строительстве не является новшеством. Люди занимаются этим со времен царя Притху. В Индии характер застройки даже очень древних городов свидетельствует о наличии продуманного плана. В Шримад Бхагаватам приводится множество описаний таких древних городов. Даже пять тысяч лет назад столица Господа Кришны, Дварака, была построена по плану, как, впрочем, и другие города, такие как Мадхура и Хастинапур, современные Новой Дели. Таким образом, плановая застройка больших и малых городов не является достижением последнего времени. Большие и малые города строились в соответствии с архитектурным планом еще в давно минувшие века. Так заканчиваются комментарии пхактивиданты к 18 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Притхо Махараджа дует землю».